Все эмитенты российские получаются. Да, российские получаются, потому что проект рассчитан на создание капитала. Когда мы говорим о создании капитала, нужно понимать, что в этом случае у нас должна быть высокая внутренняя стоимость, низкие показатели цена-прибыли. И Россия здесь, во-первых, в приоритете по этим причинам. Раз. Два. У нас идет создание капитала, и это небольшие суммы. Да, то есть это $100 в день, 100 долларов в день, $100 в месяц, $1000 в год. Соответственно, те возможности, которые есть у российского частного инвестора для покупки иностранных акций, сумма капитала, она слишком маленькая для того, чтобы реализовать. То есть транзакционные издержки, фиксированные комиссии, допустим, в том же самом Interactive Brokers, они будут чрезмерно высокие. И это приведет к тому, что у вас просто на комиссии, которые платят брокеры, когда счет небольшой, вы, соответственно, можете потерять большое количество. То есть мы там даем вводных видео, что лучше сделать, да, для этого, чтобы минимизировать. Но все равно вот практика показывает, люди пытаются через Interactive Brokers реализовать, но дорого, да, то есть там прибыль съедается вот этими транзакционными издержками. Поэтому рассчитано на Россию, пока что преимущественно российские компании.